Всем привет! Сегодня будет распаковочка, приобретенная в интернет-супермаркете «Розетка». Всем советую, прекрасный магазин, большой выбор товара на любой вкус и цвет. Приобрел я вот такую вот клавиатуру от компании Asus. Называется она ROG Claymer. Клавиатура на красных переключателях, MX Cherry, синхронизация подсветки Aura. Вот так она упакована. Вот такая вот коробка. Приступим к распаковке. Asus, как всегда, хорошо упаковывает свои товары. Анбоксинг от Asus самое то. Вот так вот мы открываем такой кейс. Клавиатура находится вот здесь вот в таком черном мешочке с логотипом Asus. И отдельно ноутблок. Сейчас мы вытащим потихонечку. Дальше в коробке у нас находится кабель USB-шный для подключения клавиатуры. И вот такой вот конвертик. В нем находятся такие две алюминиевые наклеечки логотипов красного и серебристого цвета. Какая-то брошюрка, что вы приобрели продукцию Asus. Ну и мануал по установке кабеля, соединения ноутблока с клавиатурой. Так. Переходим непосредственно к самой клавиатуре. Клавиатура тяжелая. Здесь находится гравировка от Asus, такая специальная. Здесь алюминиевый такой вот пластина сверху на клавиатуре. Достаем ноутблок. Здесь вот такое находится скролл или колесико для прокрутки и увеличения громкости. В ноутблок можно ставить хоть с этой стороны, также с этой стороны. Сейчас посмотрим, как он тут. Ага, резиновая заглушка, контакты. Также с этой стороны резиновая заглушечка. Ну и вот так он соединяется. Клавиатура у вас в сборе. Нажатие клавиш очень приятное. По громкости так, где-то вот так вот. На вид первое ощущение клавиатура выглядит просто обалденно. Куча подсветок разных, в ней синхронизация и всего. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.